Его святейшество, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец. Дорогие участники этого торжественного собрания на Красной площади, посвященного Дню письменности, Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, я всех вас сердечно поздравляю. Стало замечательной традицией в этот день собираться на Красной площади, чтобы немножко подумать об истоках нашей культуры, об истоках того замечательного, огромного, я бы сказал, драматического и одновременно победного пути, которым прошли славянские народы и наш русский народ, от истоков письменности до вершин современных знаний. Но если бы не было начала, то не было бы и пути. И вот очень важно всегда помнить о начале. Нужно помнить о своих родителях, которые дали нам жизнь. Нужно помнить о своем собственном начале, о своем детстве, о своем возрастании. Нужно помнить и знать историю своей страны. И, конечно, нужно знать начало и историю своей культуры, которая определяет нашу самоидентификацию. Мы сознаем себя народом, мы сознаем себя единым целым тогда, когда мы скреплены в первую очередь общностью языка, культуры и общими нравственными и духовными ценностями. Все остальное вторично. Вот это и есть базис, это и есть фундамент, на котором развивается и строится здание человеческой жизни. И наука, и искусство, все происходит от этого фундамента. И как замечательно, что в современной России пришло нам всем осознание важности этого начала. Как замечательно то, что мы вспоминаем этот день, день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и что мы собираемся вместе для того, чтобы в сердце нашей Родины, в сердце нашей страны вместе отпраздновать этот праздник. Я всем вам и всему народу нашему желаю мира, духовной силы, способности решать те проблемы, которые возникают на нашем историческом пути. И верю, что мы справимся с этими задачами. И что путь наш будет славным и ведущим к замечательным свершениям и целям. Пусть Господь хранит Отечество наше, народ наш и всех вас, мои дорогие. С праздником поздравляю вас. Ваше святейшество, дорогие друзья, сегодня от всего сердца хочется поздравить всех, кто вместе с нами празднует замечательный праздник День равноапостольных Кирилла и Мефодия. Праздник объединяет все славянские народы, и мы бесконечно благодарны нашему патриарху, его святейшеству, за то, что он стал родоначальником замечательной традиции. Мы собираемся вместе уже шестой год подряд. Праздник перерос свои границы. Сегодня вместе с нами поет вся Россия, все 85 субъектов Российской Федерации. Сегодня поет около 1 миллиона человек. Очень важно, что праздник перешагнул границы Российской Федерации. Сегодня вместе с нами поют Сербия, Болгария. И я надеюсь, что год от года будет шириться содружество народов, для которых этот праздник не просто священный, а который своим пением славят
наши языки и нашу культуру. Сегодня день тезаименитства нашего патриарха. И от всех от нас мне хочется пожелать ему доброго здоровья и долгих лет жизни. Поздравим! От имени всех присутствующих на празднике мы также сердечно поздравляем святейшего патриарха с тезаименитством. Сцену приглашаются учащиеся первых классов образовательных учреждений, которым было присвоено звание «Лучшие школы России 2017 года». Получают от святейшего патриарха и от Юлии и от Ольги Юрьевны Голодец книги «Верные друзья тех, кто стремится к новым знаниям». Высоких гостей занять свои места в зрительном зале. С нами на связи София. Прямо сейчас мы услышим гимн в честь святых Кирилла и Мефодия на болгарском языке. Исполняет сводный хор города Софии главный дирижер болгарской православной церкви Таня Христова, дирижер на Красной площади, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Yeah.
На сцене народный артист России, поэт Илья Резник. Молитва о России. Спаси, Господь, отчизну нашу от невзгоды. Пошли радость и святую благодать. Мы будем день за днем в любое время года молить Тебя и ежечасно повторять. Да будет свят и неприступен русский берег, да будет в мире и спокойствии страна, да будет Русь сильна в любви своей и вере, да будет Русь великой памяти верна. Пусть вдохновенным будет всех народов братство, да не прольется ни на миг людская кровь, да будет мудр и справедлив единый пастырь, да будет царствовать в сердцах людских любовь. Спаси, Господь, от злобных недругов Россию, раздор вносящих и смятение в умы. Да будут козни всех врагов ее бессильны, да будут немощны пред Богом силы тьмы. Пошли, Господь, на Ниву русскую таланты, добро творящих, правдолюбцев, мастеров, кто учит опытом своим, жизнеукладным, долготерпению своих учеников. Пошли народу светлый разум Божий правый, да будет жизнь людей достойна и чиста, да будет Русь богохранимую державой, с двуглавой славой православия и Христа. Владыка мира, стань опорой государства и души нашего народа не покинь. Позволь войти ему в чертог святого царства и верой и правдою служить ему. Аминь. Илья Резник. Внимание, премьера! Гимн русскому языку. Слова и музыка Ильи Резника. На сцене академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев. Yeah.
Добрый день! Здравствуйте! С праздником вас! С Днем славянской письменности и культуры! Сегодня с вами актриса театра и кино Валерия Ланская и актер детского музыкального театра «Домисолька» Арсений Путь. По традиции мы собираемся на Красной площади, чтобы петь вместе всей Россией. Скажи, Арсений, а ты впервые выступаешь на Красной площади? Да. Я вот жутко волнуюсь, а ты? Очень. Мои друзья пришли меня поддержать. Ой, как здорово! Давай поприветствуем их. Где же вы, друзья? Привет! Как же это здорово, когда друзья поддерживают. Школьная дружба, у каждого есть воспоминания, общие интересы, книги, фильмы и, конечно же, любимые песни. Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача, песня о веселом ветре из кинофильма «Дети капитана Гранта». На праздничной сцене учащийся хорового училища имени Свешникова, солист детского хора России Игорь Карпов. Ваши аплодисменты! Дирижер, народный артист России Лев Конторович! Песенки слыхал, спой нам песню, чтоб в ней прозвучали
Композитор Евгений Крылатов, стихи Юрия Энтина. Песни из кинофильма «Гости из будущего», «Прекрасное далеко». Исполняет солистка детского хора России Алина Беспалова. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве Композитор Исаак Дунаевский, стихи Василия Лебедева-Кумача. Спортивный марш. Алексей Чумаков и детский музыкальный театр «Домисолька». Солнце ярче брызг, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода, закаляйся, как сталь. Физкультура, когда настанет час пить водой, заграничный мир открывать. Левый край, не зевай! Ну-ка ведь, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Hey! Sweet the rain!
врагов, а все граничные их отбивай. Левый край! Левый край! Не зевай! Физкультура, ура, ура, ура! Когда настанет час бить врагов, от всех границы их отбивай. Левый край, не зевай, эй, врага! Готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобой полоса пограничная идет. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода, закаляйся, как сталь. Алексей Чуваков и детский музыкальный театр «Доме Солька». Скажи, Арсений, а какая твоя любимая народная песня? Калинка, калинка, калинка моя. А ваша? Ты рябина ли, рябинушка? Ой, да ты рябинушка кудрявая. Да, действительно, стоит лишь раз услышать народную песню, и она остается с тобой навсегда, на всю жизнь, как верный друг, который всегда поддержит, она раскрывает душу и наполняет ее любовью. А на связь с Красной площадью впервые в истории нашего праздника выходит солнечный Краснодар. Это будет незабываемое выступление. Легендарный государственный академический орденов дружбы народов и святого благоверного великого князя Дмитрия Донского первой степени кубанский казачий хор исполнит песню «Распрягайте, хлопцы, коней». Дирижер, народный артист России Виктор Захарченко. Подпеваем казакам!
церемоний дирижер Лев Конторович. Yeah.
красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, народная песня «Вдоль по Питерской» исполняет народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Оскар Абдразаков. Сладкого водочеку, сладкого водочеку, сладкого водочеку, сладкого водочеку, сладкого водочеку,
голоси. Эй, голушка, да ты головушка, сварни кома судака, чтобы ёшка была. Эй, ушечка, да ты с петрушечкой, да поцелуй же ты меня, петрушечка. Ну поцелуй, ну поцелуй ты меня, кума дошечка. Ай! Оскар Абгразаков. Сегодня все славянские страны вспоминают первых просветителей с благодарностью за кириллицу, объединившую наши народы. Эта дружба идет из глубины веков. Мы разные, но все одинаково верим в добро и искренне желаем мира. Сегодня с нами на связи Белград, Сербия. Мы услышим песню, написанную после Первой мировой войны и посвященную солдатам, которые не вернулись домой. Эту песню называют самой русской сербской песней. «Там удалеко» — музыка и слова Джорджа Маринковича. Исполняет хор и симфонический оркестр радио и телевидения Сербии. Главный дирижер — Бојан Суджич. Дирижер на Красной площади — Геннадий Дмитряк. Thank you.
Белоруссия – наш добрый сосед, с которым мы живем в мире и согласии. Проникновенные белорусские напевы знакомы каждому и всегда отзываются в наших сердцах. Сейчас прозвучит песня, которой уже 50 лет. Но и полвека спустя ее энергичный ритм не оставляет нас равнодушными. Услышав ее, мы сразу же начинаем подпевать и приплясывать. Вокально-инструментальный ансамбль «Песниры». Белорусская народная песня «Касю Ясь Канюшину». За дирижерским пультом заслуженный артист России Сергей Дурыгин. Тих ты я, тих ты не. Сподобался ты мне, ла-ла-ла-ла. Просить, Люба, мамка моя. Блажанишь ты меня, ты горишь, Станислав, как все дело на всю лаву. Станиславу не хочу. Бо на лаву не сажу. Ты горишь, ты Янину. Працавитую дзялчыну. Касю я с конюшину. Поглядал на девчину. Вокально-инструментальный ансамбль «Песниры». Эта песня была написана чуть больше 20 лет назад и уже стала поистине народной. Она трогает сердце всех, кто говорит и думает по-русски. Она вошла в репертуар десятков исполнителей, но совершенно особенно звучит в хоровом исполнении. Композитор Игорь Матвиенко, стихи Александра Шаганова, песня «Конь». На праздничной сцене хор Сретенского монастыря. Ночкой темной тихо пойдем,
В праздничном концерте на Красной площади традиционно принимают участие десятки детских и молодежных академических хоров и коллективов. В этом году к нам присоединились ребята из других городов. Хор на Красной площади стал всероссийским. Давайте поприветствуем поющий партер. Теперь у нас еще больше голосов. Многие из ребят впервые в столице. Они уже осмотрели основные достопримечательности и убедились, что Москва – лучший город Земли! Композитор Арно Бабаджанян, стихи Леонида Дербенева. На сцене ведущий солист Московского театра «Новая опера», приглашенный солист Государственного академического Большого театра России Василий Ладюк. Никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал назови. Друзьями ты не води по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город Земли. Thank you.
ей по Арбату, окунись на Тверском, в шум зеленых полей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Песня плывет, сердце поет. Эти слова о тебе, Москва. Молодец, вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз. Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова, стихи Николая Добронравова, песня «Зачарованная даль» исполняет солист Большого театра Богдан Волков.
родной, края лесные, путь домой и свет, и грусть. Александра Николаевна, за то, что каждый год в День славянской письменности и культуры вы здесь, с нами, на Красной площади. Спасибо вам огромное, искреннее спасибо вам и Николаю Николаевичу за ваши чудесные, искренние, прекрасные, светлые песни, без которых не обходится ни один наш праздник. Спасибо вам. Сегодня, в День славянской письменности и культуры, во всех городах нашей страны, от Калининграда до Владивостока, звучат наши любимые песни. Сейчас мы услышим еще одну песню о России. Композитор Игорь Матвиенко, стихи Александра Шаганова, исполняет Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. «От Волги до Енисея».
академический русский народный хор имени Пятницкого. С чего начинается дружба? Конечно же, с песни. Один запевает, другой подхватывает, и начинается понимание. С первой ноты и с первого слова. Песня связывает разные народы и поколения. Песня находит отклик в сердце каждого человека. Сегодня мы почувствовали единство, которое рождается, когда тысячи человек разных возрастов из разных городов России поют вместе. Музыка Александра Александрова на слова Сергея Михалкова. Государственный гимн Российской Федерации.